Новую собачью площадку, которая появилась в нашем городе совсем недавно, найти достаточно просто. Нужно спуститься вниз по тропинке вот от этих вот свечек в конце улицы Харитона. Пройти 200 метров, пожалуйста, вот она перед вами. Давайте рассмотрим поближе. Площадка для выгула и дрессировки собак появилась благодаря участию Сарова в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Во время обсуждения концепции благоустройства лыжной базы горожане предложили обустроить и территорию, где можно заниматься с четвероногими питомцами. На данной площадке очень много различных малых архитектурных форм для дрессировки собак, поэтому, я думаю, любой собаковладелец сумеет найти для своего питомца необходимый, нужный формат дрессировки. На площадке есть специальное оборудование, позволяющее отрабатывать прыжки, преодоление препятствий, различные варианты бега и хождения по узкой дорожке. По периметру стоят лавочки, чтобы собачники могли пообщаться друг с другом и поделиться опытом дрессировки. Также на территории есть урны для мусора и специальный контейнер для собачьих экскрементов. Вести собаку до площадки нужно на поводке, отпускать только за ограждением. Закрыто. Пользоваться этим оборудованием пока нельзя. Но в департаменте городского хозяйства нас заверили, что площадку должны открыть до конца года. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, служба новостей, Саров 24.